Место гонок изменить нельзя. Губернатор Ненецкого округа Юрий Бездудный встретился с активистами снегоходного спорта. В ходе встречи затронули организационные вопросы проведения традиционного мотокросса «Бурандей», который состоится весной. Чуть меньше 2 месяцев остается до самого зрелищного события в Нарьян-Маре – традиционного мотокросса на снегоходах. Это значит, самое время начать подготовку, чтобы само мероприятие прошло, как говорят, без сучка и задоринки. В этом году погода нам благоволит, устойчивые морозы. Надеюсь, что и март даст нам хорошую погоду. Поэтому хотел спросить, ваше отношение к месту проведения? Где бы вы хотели, чтобы проводились эти соревнования? Активисты, в свою очередь, рассказали, что хотели бы получить оборудованную круглогодичную трассу на земле, а не временную на реке. Работы по ее обустройству ведутся, но к нынешним гонкам подготовить ее пока не удастся. Ну, у нас на данный момент самое удобное именно по зрелищности, да, чтобы посетители были, люди приходили. Самое удобное – это вот это место, потому что здесь и пешком придут много народу, и так тоже с берега, и из домов тоже смотрят. Губернатор предложение принял и обещал, что в ближайшее время проведет опрос среди жителей региона, где бы они хотели, чтобы состоялся мотокросс. Тогда я проведу в социальных сетях, ну, по крайней мере, на своих аккаунтах, да, проведу голосование, обращусь сегодня с вопросом к жителям, где они считают правильно проводить. Кроме того, собравшиеся обсудили организацию палаточного городка, призовой фонд соревнований и медицинское сопровождение гонок, так как в прошлом году были нарекания со стороны участников. Если участник возрастной, или понятно, что есть хронические заболевания, там вторая группа, третья группа. Нет, как правило, первые две группы здоровья – это без проблем. Да. У кого третья, четвертая, как вот правило, возникает. Третья, четвертая, давайте мы определимся. Активисты рассказали губернатору, что для решения многих вопросов в регионе необходимо создать федерацию мотоспорта. И сейчас они находятся на пути к регистрации. Ну, в общем, мы идем к аккредитации, к созданию вот этой федерации. Вот. И, собственно, весь этот актив неравнодушных граждан, увлеченных гонками и мототехникой, сегодня здесь собрался, чтобы на месте обсудить уже такие прям рабочие детали того, как будет проводиться Бурандей в этом году. Вот, и, соответственно, уже их вынести, чтобы на оргкомитет, чтобы они там также были приняты и закреплены. Напомним, что в этом году в регионе состоятся юбилейные 25-е гонки по снегоходному мотокроссу. Ольга Русул, Антон Водряков, телеканал «Север».